Привет, вы на канале Little N. И сегодня мы будем тестировать замки. Но для этих целей мне понадобится хомяк и замки. Little Pony будем замок тестировать и Фили замки. Вот Little Pony, а тут все замки Фили. Так что, сейчас беру я листик и буду говорить волшебные слова. Стоп! Тыщ-тыщ! Хомяк, появись! Ну что ж, ломочка. Вот я приготовила ему еще еды, чтобы выманивать. Так. А ну-ка берем. Что мы попробуем выманивать? Я ему положу в разные замки. Это будет его награда за тестирование. Я там положу разные вкусняшки. Может, и даже на одном замке. Несколько особенно. Так, и остался еще один. Вот тут положу. Но самая главная награда, что я ему чуть-чуть отсыплю вот сюда. Не перевел, а то станет он толстым. Тогда ни в какие туннели не сможешь пролезать. Ну что ж. Омыч, иди. Только не надо меня грызть. Да, я правда, я вкусняшками пахну. Вот наша звезда. Омочка. Так, что мне сделать, чтобы хомяк не убежал? Ну что ж, Омочка, вот наша звезда. Вот такая звезда Ютуба. Ну что ж, будем тестировать с первого замка. Так, точно. Так, вот у него краска уже начинает срезать. Ну и он просто срезывает. Он у нас серенького цвета. Я сама не знала, когда мне родители его купили. Ну вот такой у нас хомяк. Ну что ж, давайте тестировать первый замок. Начнем мы. Так, Хомочка. Начинаем мы с этого замка. Тестируй. Вот смотрите, вот так он в окошке смотрит, очень красно, очень прикольный хомяк. Омочка, смотри, это твоя награда за тестирование первого замка. Так, вот наш хомяк протестировал первый замок, но там будет самое смешное, он будет скатываться с этой горки. Но это будет потом, когда мы протестируем все замочки. Смотри, Хома, теперь пробуй на этот замок. Залази. Давай я чуть-чуть помогу тебе. Да, вот так. Давай, парень. Это, если что, мальчик у нас живет. Нет, в другое место иди. Там вкусняшка есть. Да, новая территория. Омыч, ну ты даже награду свою не нашел. Вот смотри, какая награда. Вот еще одна. Ну что ж, первый замок, второй замок мы еще не до конца дотестировали. Вот, маленькая башенка. Да, интересно, но я не пущу так. Ну что ж, давайте тестировать новый замок. Да, интересно, правда? Нет, второй замок. Так, ну что ж, потестируем. Опа! Ну что ж, Омочка, срез.
что ж, третий замок тоже протестировал хомяк наш. Теперь надо третий замок. С третьим замком надо очень осторожно. С четвертым замком надо быть осторожнее. Тут много дырок. Мамочка. Тут у нас есть вкусняшка для него. Ой, господи, мамочка. Вот так он может еще стоять. Очень смешной ханак у нас. Такой. Мамочка. Оставься посредний замок. Может, я разрешаю тебе побегать? Вот. Наше тестирование замков прошло очень хорошо. Вот. А сейчас мы покажем самое смешное в конце. Да, лазей, космонавтик. Так, все-таки вот. Вот, я думаю, что он сейчас... Вот, дальше. Камушек. Здесь сейчас будет самое смешное. Не бойся. Не бойся, давай, Хума. Хумочка. Давай, ну покажи, ребят, как... Не туда. Не, там нету выхода. Хума, а назад пути нету. Что делать? Будем сидеть тут? Ладно, Хума. Придется вымаливать. О, утонула. Вот такой. Когда? Награда будет тут лежать. Молодец. Но когда он был поменьше, было смешно, он попой прямо вверх ногами сел. Мамочка, пошли на ручки. У тебя последняя награда. Смотри, какая награда. Смотри, сколько вкусняшек. Помячи вкусняшек. Вкусняшки до хомяка. Сейчас покажу, когда он набьет себе щеки, как он выглядеть будет. Так. Ой, господи, щеки набиты. Посмотрите, вот эта шерсть, это не то, это щека набитая. Шерсти-то мало. Ловочка, не жадничай. Хватит тебе еще на неделю, кажется. Давай. Ну что ж, Волочка, давай сейчас покажем, как у тебя сейчас щечки. Вот так щечки начали у нашего ходока. Мячи и щеки. Можно так назвать. Ну еще давай. Смотри. Ну все, давай конец. Ну что ж, ставь лайки. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!